Привет всем! Хочу показать и рассказать, как можно избавиться от куриных блох. У кур всегда блохи, ну не всегда, часто очень заводятся. Вот. И как сделать профилактику. В итоге кратко расскажу. Если, допустим, у вас завелись в курятнике блохи, тогда берете пепел из-под печки, вот, осыпаете полностью все, весь курятник. Полностью. Потом дальше делаете коробку, если это лето. В коробку насыпаете. Куры сами будут там, в этом пепле, купаться. Вот. А зимой, я сейчас вот в данный момент, что сделал? Выкопал яму. Вот здесь у меня из-под печки находится. Вот они, курочки здесь бегают, пока выгуливаются. Вот. Из-под печки взял золу. И вот сейчас я в эту вот ямку засыплю, и они будут сами уже автоматически себе делать, как они называются это, блин, профилактику. Ну вот курочки сейчас придут и будут здесь выковыривать, что им надо выклевывать. При желании примут ванны пепельные. Вот, они это дело любят. Так что вот такие вот дела, ребята. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому нет, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Все, всем пока.